Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о новогодней елочке, которую я шила в рамках проекта «Робин» для участницы из Невады. Предполагалось, что из вышивок будут сделаны новогодние игрушки. Поэтому работа не должна была быть слишком маленькой. Предоставлялась полная свобода в выборе схемы. Я взяла схему с блога «Алиолка». Автор блога сама делает отличные красивые схемы. В блоке елочка была вышита белыми нитками на темно-синей канве. Такое выполнение мне понравилось, однако я решила в своей работе заменить цвет ниток. Я взяла темно-зеленые нитки, добавив в них золотые. Канву я взяла белую. В качестве украшений я подобрала небольшие пуговки, которые имитировали новогодние шары. На мой взгляд, елочка получилась очень праздничная и нарядная. Елочку я отправила участнице, однако увидеть свою работу в виде новогодней игрушки у нас не получилось, так как в семье нашей сообщницы по Робину произошли некоторые печальные для нее события, и она отказалась от дальнейшего участия. В любом случае, елочку я вышивала специально для нее, и никоим образом я никак не осуждаю отказ ее от участия. Спасибо вам за внимание, спасибо за подписку, за хорошие комментарии. До новых встреч!